привет, с вами Китикит. И сегодня мы поиграем в моего любимого котика Бубу. Ой, привет, котенок. Ты что такой грязный? Я не знаю, что со мной произошло, и мне кажется, блохи. Можно мне в больницу? Ну, пошли скорее, надо ж чаще мыться. Что? Фу, тебя там реально всего искусали. Божечки, макарошечки, и как теперь быть? Ну-ка, масочку надень на всякий случай. Ну, надень уже маску. Надень маску и перчатки. Вот. Там никого не заразить своими блохами. Какой-то кошмар, если честно. Я вообще не ожидала, что у нас здесь блохи окажутся. Вообще, это странно. Кстати, если любишь играть в симуляторы котиков, то обязательно ставь лайк. А мы пойдем с котиком в больницу. О, да, что-то с тобой неладное. Так, чешется все, давай лечи скорее меня. Да уже лечу, сейчас посмотрим. Боже мой, у тебя там всякие роботизированные даже эти блохи. Какой кошмар. И как теперь от них от всех избавляться? Их так много, ты вообще там живой? Не могу, все чешется, ужасно чешется. Какой-то кошмар, спаси меня, пожалуйста. Да сейчас спасу, конечно. Ну, по крайней мере, надеюсь, что у меня это получится, потому что блох у тебя здесь целая куча. Прям куча. Давай теперь специальным шампунем. Он у тебя там все остатки чесоток и всяких там штук уберет. Сейчас смываем все, давай, где там наш душ? Вот и наш душик, вот это я понимаю. Так включайся уже, смывайся все это безобразие. О, кажется, все в порядке. Я уже даже не вижу никаких чесоток. Ну, наконец-то. Ой, спасибо, хорошо, я теперь живой. Живой-то ты живой, но надо бы как бы еще помыться было. О, а ты что, здесь и помылся? Так, конечно, здесь и помылся, только в туалет хочется. Да туалет-то не здесь, пошли домой давай. Вот здесь туалет, все правильно. Кстати, где ты своего питомца потерял? Эй, Бубу, ты где питомца потерял? Ладно, сиди давай, я поищу пока, где тут у меня... А, вот питомчик. Фух, наконец-то, все на месте. Все нашлись, я пока искупаю твоего цыпа-цыпу. И немножечко... Фу, божечки, макарошечки. Да ты что ж делаешь-то? Да ничего не делаю, что я сделал не так? Да ты посмотри назад. Это кто вообще за собой не смывает? У тебя там мухи. Ой, простите, извините, я не ожидал. Ну ладно, давай теперь тебя искупаем. Потому что ты был грязный, когда я пришла. Я видела, что у тебя было что-то очень неблагоприятное. Так, давай, моемся, купаемся. И потом идем что-нибудь делать вкусненькое. Фу, Пуки-то ты тут не выпускай. Хватит, вылазь давай. Сейчас я тебя полотенцем протру всего. И цыпа. Так, божечки, макарошечки. Цыпу тоже надо вытереть. Вот так вот, это я понимаю. Вот теперь все хорошо. Кушать, говоришь, хочешь? Кушать рано. Надо вначале зубы почистить. Зубы. Чистим. И расчесаться, конечно. Потому что кто ж не чесанный на кухню ходит? Ну, я хожу, и что такого? Ну, а что такого? Неприлично это, ходить нерасчесанным. Фу, у тебя здесь еще и безобразие какое-то. Так, ладно, цыпа у нас пусть яйцо нам делает. А мы с тобой поищем что-нибудь вкусненькое. Может быть, на полочках завалялось? О, вот это я понимаю, повезло так повезло. Что ты там стоишь? Кушать хочу, давай поделаем что-нибудь уже. Ну, давай поделаем. Сейчас я тебе вначале яичницу сделаю и предлагаю сделать сегодня какую-нибудь вкусную пиццу. Пицца лишней не бывает, особенно на завтрак, это всегда вкусно. Так, я теперь уже почти мастер, надо смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, маслица добавить и все такое. Так, посолили, масло добавили. О, масла слишком много, ну ладно. Так, теперь муки, еще муки. Сейчас мы сделаем нормальное тесто. И будем с тобой его размешивать. Еще соли немножечко добавим. А то, что-то у меня там не насыпалось она почему-то. Странно, конечно. Но я вообще-то сыпала ее. Так, отлично. Тесто почти готово. И мы можем приступать к пиццеделанию. Но сейчас, в смысле, доделаю немножко тесто. Вот, все, отлично. Припылим мукой. Припылим. Отлично. И теперь катаем. Вот это я люблю. Катать это мое. Мешать тесто намного сложнее, чем катать. Но мне так кажется, по крайней мере. Может быть, я не права. Каждому свое, конечно. Так, ладно, пицца почти готова. Теперь надо налить соуса. Насыпать зеленушечки, ну, чтобы было по вкуснюшечке. Так, еще чуток. И где там наши ингредиенты? А вот и ингредиенты. Так, колбаска, всякие там. Вот такая вот пицца будет смешная у нас сегодня.
такая вот смешная мордочка из всяких разных ингредиентиков. Так, и травку для, знаешь, для чего? Это у нас будет причесочка такая. Вот так, вот это я понимаю. Ну что, теперь сыром все засыпаем. И наша пицца почти готова. Так, еще немножечко сыра. Сыра, кстати, в пицце должно быть много, чтобы было вкусно. Да, кстати, если любишь пиццу, обязательно ставь лайк. Я просто обожаю. Мне кажется, это одно из, ну, самых вкусных, наверное, блюд, да. Так, ладно, ждем, когда там она приготовится. Тут и с голоду можно помереть. А вот и наша пицца. А делиться с друзьями? Ну вот, я-то думала, что он поделится, а он не стал делиться. Ладно, давай тогда сделаем фруктовый смузи еще тебе. Да, ты что там за спортивные спартакиады устроил? Сейчас сделаем тебе из всех фруктов. Кстати, ты фрукты можешь просто так съесть, если что, держи давай. Если не любишь соки, то ешь просто фрукты, тоже полезно. А я пока обшикаю все и сделаю, чтобы они тут росли новые. Чтобы, знаете ли, всегда хватало вкусности, да. А я тебе предлагаю съесть то, что ты нашел, и вот эту вот лепешку. Даже я не знаю, что это такое, но я думаю, что это вкусно. А теперь можно идти играть. Только Цыпу надо с собой забрать. Цыпа не идет. Ну ладно. Цыпа не идет, так не идет. Не хочет, как хочет. А, нет, идет. Да, Цыпа такой, Цыпа. И что, он хочет спать? Ладно, ладно, пошли, положу тебя спать. Только приберусь немножко, то здесь какое-то безобразие у тебя. Я даже не знаю, как ты его здесь устроил. Ну да ладно. Так, давайте поиграем во что-нибудь такое интересненькое. Посмотрим, какие игры есть у котика Бубу сегодня. Так, и что у нас здесь есть? У нас есть всякие... Ну, в больнице мы больше не будем. Кстати, интересно, а с горлом какие там проблемы? Что-то я не помню, чтобы мы горло лечили. Или лечили. А, это, наверное, когда нос лечим, то и горло лечим. Точно. Ладно, я хочу порисовать пиксели. Давай посмотрим, какие картинки у нас есть. О, грибок! Использовать в гостиной. Давай разукрашиваем. Текси, что здесь надо сделать? А, здесь надо просто по квадратикам разукрасить этот грибочек. Ну, такое я люблю. Особенно, если не надо тыкать в каждую прям отдельно стоящую ячейку. А то, когда надо прям попадать, у меня пальцы-крюки, я могу и промазать. Так, немножечко белого, вот так-то. Сейчас еще немножко, еще вот здесь и здесь. И это у нас прям настоящий мухомор получается. Вполне себе симпатичный. Симпатичный. Интересно, а вокруг мухомора что такое лежит? Цветастое, может быть, это камушки какие-то? Даже не знаю, что это такое. Что это такое фиолетовое? Мухомор-то фиолетовое. И зеленое? Не, я что-то не пойму. Это какие-то космические штуки. Я не знаю, что это такое. Ну ладно, зато мы его нарисовали, денег получили. А деньги, знаете ли, лишними не бывают. Поиграть поиграли, теперь можно устроить супер-мега-дискотеку. Смотрите, у нас здесь есть световые музыки, шары всякие и другие штуки. А это что такое? Подождите-ка, это что за игры? Я такие игры не люблю. Почему я попалась на нее? Божечки, мой хороший. Ладно, надо пройти, раз начали. Раз начали, надо запомнить и пройти. Боже мой. Это сложно. Где здесь пицца была? Вот здесь она была. Все, я вспомнила. Сейчас разберемся. Сейчас. Так, это сюда. Это сюда. Мы выиграли. Надеюсь, выиграли. Есть. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Это было сложно. Я вообще-то не планировала играть. Мы хотели... Дискотеку устраивать же, забыли что ли? Да ты что убрал-то? Давай, устраивай дискотеку. Ладно, ребят, а на сегодня все. Обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы приходило уведомление о новом видео. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч. Если любишь котика Бубу, то ставь лайк.